29-летняя японская принцесса Аяко, принцесса Йокоо оф Такамада, впервые стала мамой. А она родила сына от 33-летнего бизнесмена Кёэ Мария, Кей Мария. Ради отношений с простолюдином принцесса отреклась от престола и потеряла свои королевские привилегии. Супруг Аяко работает в судоходной компании. Сын семейной пары появился на свет в минувшее воскресенье в больнице Аика Хоспитал в Токио. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, роды прошли без осложнений, сообщает Japan Times. Отец принцессы – двоюродный брат бывшего императора Японии Акихито. Аяко и Кей поженились осенью прошлого года. Отказавшись от титула, принцесса получила около 100 тысяч долларов единовременной выплаты, чтобы она могла продолжить вести привычный образ жизни. 5 лет назад ее старшая сестра тоже отказалась от престола, выйдя замуж за сына священника. «Мы собрали истории 6 членов монарших семей, которые отказались от престола и титула ради любви», —